Поймите, просьба иностранных купцов – это прежде всего юридическое и международное признание нашего молодого государства. Пора принять окончательное решение. Кто просит слово? Министр юстиции. Преступные действия Глазкова – прежде всего нарушение правовых норм. Двух мнений быть не может. Военное ведомство во главе с полковником Петуховым должны принять суровые меры. Если мы правительство, то у нас для этих дел должна быть полиция. Ну где же я возьму вам полицию? Должна быть полиция. Правители, кабак, навигация кончается. Разоримся, все как есть, разоримся. Интересно, кто первый уплатил им эту пошлину, а? Ух, и дал бы я ему в морду. В этом правительстве, надеюсь, есть военные? Так точно. Полковник Петухов. Позовите сюда, полковник. Полковник Петухов. Стенсон. Фирма Стенсон. Хорошо. Открой. Господин полковник, вам должно быть известно, что Америку и Чукотку разделяет Берингов пролив. Весьма возможно. Нет, это точно. Следовательно, от Уйгунана до Америки только 60 миль. В Уйгунане комиссар Глазков собирает разбойничьи пошлины. У него в сейфе... Внутри? Внутри. Огромная сумма денег. Мы будем очень рады видеть вас в Америке. Понятно.